Для сравнения моих прошлых видео, тех этажей, на которых приходится ползти на корточках, а время от времени так и вообще по-пластунски. Чердак нового дома. В общем-то, без каких-либо затруднений, человек с ростом 1,86 м передвигается в полный рост. Ну, наконец-то стали делать нормальные технические этажи. Просто не нарадуюсь. Ну, обязательно операторов связи посмотреть. Местная телевизионная сеть. Даже розетку сделали. Том.ру. Молодцы, даже все закрыли.